Здоровье – это единство человека и Вселенной. Исток всякой болезни – разрушение этого единства, начинающееся с сознания, мысли. Разрывая связь с природой, человек теряет внутреннее равновесие. Нарушая космические законы, человек отдаляется и отрывается от единого целого, от Вселенной. Каждая клетка нашего тела – это мир, способный строить, разрушать, поглощать. Функционирование группы клеток, действующих скоординированно, это наши органы и системы, образующие наше физическое тело, позволяющие человеку жить и действовать в условиях плотного физического мира. Энергии, которые поддерживают жизнь в микрокосмосе человека, являются прообразом энергии, которые работают во Вселенной. Что такое целостность человека? Это полное слияние с миром, свободное пропускание через себя различных энергий для опыта, познания, исследования без оценок этих энергий. И это не разрушает человека. Гармоничное взаимодействие аспектов – душа, дух, тело, высшее «я», эго, ум, сознание. Состояние человека-творца. Целостный человек берет на себя ответственность за свою жизнь, идет по пути души, живет в согласии с ней, воспринимает все происходящее как опыты и уроки, живет здесь и сейчас, принимает себя таким, какой он есть, принимает все свои теневые аспекты, все свои части, позволяет себе проживать эмоции, какими бы они ни были, и не осуждает себя за это. Все энергии находятся в балансе. Они свободно текут внутри физического тела и в тонких телах. Такой человек понимает себя, ясно видит свой путь, принимает мир и других людей такими, какие они есть. Есть состояние внутренней гармонии. Человек вливается в мир, сливается с ним, открывается миру. И мир принимает такого человека и открывает для него потоки изобилия и процветания. У целостного человека нет внутренних противоречий, нет сомнений в себе и в том, что дает ему мир, в своих истинных желаниях, состояниях, поступках. Нет страхов, нет границ. Целостный человек познает, принимает и ценит любой опыт, чувствует внутреннюю свободу, смотрит на мир с позиции Творца, пребывает стопроцентно в каждом моменте, умеет его ценить и наслаждаться. Поэтому у такого человека нет проблем, препятствий, волнений и переживаний. Уравновешены духовные и материальные потоки. Когда человек целостен, то он чувствует свой путь и не колеблется. Целостность проявляется во всех сферах жизни. Истина чувствуется как внутренний компас. Человек как часть целостности, единство мира, Вселенной, а не сам по себе целостный. Весь мир внутри него, и он внутри мира, как одна энергия. Целостный человек умеет проявлять и реализовывать свои таланты и желания в мире, обществе. Проявляя таланты, человек активирует свои внутренние ресурсы. Включаются энергетические каналы. Человек наполнен жизненной энергией. Человек проявляет интерес к миру. Он познает и проявляется в нем. Целостность – это постоянное познание, раскрытие и реализация все больших возможностей, потенциала. Жизнь воспринимается как большое путешествие, приключение. Целостный человек хочет делиться. Он излучает свет и радость, изливает эти энергии во внешний мир. Если где-то чувствуется дисгармония, то он может заполнить это пространство гармоничными энергиями, которые он проводит через себя. Он может посылать световые, положительные вибрации другим людям.